День Стефана начинается с сообщений. В каждом просьба о помощи. Чаще от многодетных семей. Первая заявка – продуктовый набор для мамы троих детей. Списки, фрукты и товары первой необходимости. Тщательно осмотрев каждое яблоко, волонтер завязывает пакет. Это для детей. Яйца, курица, масло, макароны – стандартный продуктовый набор. Все это волонтер покупает за личные средства. Сейчас этим вот занимаюсь, формирую пакеты. Я, пожалуй, тоже помогу, приложу свою руку к волонтерству. Как и для Стефана, для меня это не первый опыт волонтерства. Я оказываю помощь пожилым людям. Пакеты доставлены. Для каждой семьи в подарок настольные игры, актуальные во время режима самоизоляции. Для меня это очень жизненно важно, как бы в самоизоляции. Я иногда не могу выйти в магазин, как бы что-то, чего-то купить. Вот, большое вам спасибо, то, что есть такие организации, что помогают многодетным семьям. Волонтер – это не работа, это состояние души. Добровольцы трудятся не за зарплату. Большинству из них достаточно благодарного взгляда и простого спасибо, чтобы с новыми силами отправиться на помощь нуждающимся. С детства брал пример со своих родителей и отца, где-то совместно ездил, и дальше уже когда в более взрослом возрасте начал самостоятельно заниматься помощью людям. На данный момент вот, я закупал продуктовые наборы. И часть раздавалась на многодетные семьи, часть ветеранам, да и просто пенсионерам. Если вам необходима помощь или консультация волонтера, звоните по телефонам горячей линии. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».